Продолжается вакцинация населения в республике. Ее прошли более 250 сотрудников Центра образования «Интеллект». Для большинства из них прививка стала повторной. Учителям ввели однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Перед процедурой педагогов осматривают врачи-терапевты. И если нет противопоказаний, им вводится препарат. Иммунизацию преподавательского состава планируют завершить за несколько дней. Нам очень важно, чтобы наши сотрудники, которые взаимодействуют с воспитанниками и обучающимися, были здоровы. Самое главное для нас – здоровье ребенка и здоровье коллектива. И поэтому наш коллектив, вот из 316 человек, 290 прошли вакцинацию еще в январе-феврале месяце. Сегодня у нас идет повторный этап вакцинации, потому что очень сложная обстановка.